Всем привет, народ! Сегодня мы поговорим про ивент, который называется Chaos Castle, или как еще его называют, CC. Данное мероприятие проводится каждые 2 часа в нечетное время сервера, то есть в 9.00, далее 11.00, потом в 13.00 и так далее. Попасть на данный ивент вы можете абсолютно за любого персонажа с 15 левела и до 400. Чтобы зайти в CC, вам нужно купить билет, который продается за Zen у NPC в городе и называется On Armor of Guardsman. Самое ценное, что вы можете выиграть в CC, это Jewel of Luck, который добавляет лак-опцию в вещи, и Condor Flame, из которого варятся 3 и 4 винги. Далее перейдем к самому фарму CC. Для удобства вам нужно удалить камеру как можно выше, чтобы видеть больше и чтобы вам было удобнее драться. Для этого нажмите кнопку O и выставите Draw Distance на максимум. После этого нажмите кнопку Home и прокрутите колесиком мышки. Основная задача в CC – остаться единственным выжившим, то есть убить всех мобов и всех других персонажей. В CC у вас почти всегда будут конкуренты, которые будут пытаться вас убить или столкнуть. Вам нужно это сделать первыми. Старайтесь становиться в правом нижнем углу, чтобы обзор был хорошим, и бить в сторону врагов. Не бейте мобов, которые стоят очень близко к вашему персонажу. Такие мобы могут взорваться и убить вас, или вас просто вытолкнет в сторону, и вы упадете. Далее в видео вы увидите, как лучше всего чистить CC от мобов. У вас не всегда там может получаться. Самое главное — это не спешить, и со временем вы будете выигрывать все чаще и чаще. Фарм CC — очень прибыльное дело. Выбив Condor Flame или Jewel of Luck, вы можете их продать на рынке и одеть своего персонажа в топовые вещи. В описании я оставлю ссылку, где вы можете также почитать про CC. Если вам понравился ролик, не забывайте подписаться на канал, где я буду периодически делать такие видео. В комментариях обязательно напишите, какое видео про MOON Online вы бы хотели видеть следующим. Приятного вам просмотра, всем удачи, всем пока.